Найти автора анонимной статьи в «Нью-Йорк Таймс» потребовал от генпрокурора президент США Дональд Трамп. Я напомню, автор недавней публикации обрушился на Трампа, обвинив его в аморальности, нестабильном поведении и утверждал, что сам является частью движения сопротивления в Белом доме, которое пытается не допустить реализации наихудших идей американского президента. После публикации члены команды Трампа, как один, поспешили заявить о своей непричастности к данному материалу. Сам Трамп выявил анонима назвал вопросом национальной безопасности. В BBC полагают, что автор этой резонансной статьи — вице-президент США Майкл Пенс, либо члены его команды.